данной тематике мы подтвердили близость и совпадение наших подходов. И все, что касается, как один из предложений международного права, центральной роли организации объединенных наций, самобытности народов, право самостоятельно определять свою судьбу. И, конечно же, мы разделяем необходимость коллективного поиска ответов на глобальные вызовы современности, избегая односторонних действий. Мы отметили позитивный опыт нашего сотрудничества в ООН на других международных площадках и договорились тесно продолжать взаимодействовать в различных форматах. По африканской проблематике у нас единое мнение, что те проблемы, которые сейчас проявляются и в Сахаро-Сахельском регионе, и в Ливии, а если брать более широкий регион Ближнего Востока, то и в Сирии, и в Ираке, Артур, все эти проблемы сейчас тоже ясно имеют общий корень.